Участники лагеря студенческого актива «Шторм» познакомились с работой молодежного правительства и парламента. В качестве эксперта выступил председатель законодательного собрания области Алексей Ивонин. Подробности в сюжете Миланы Поварницыной. Алексей Ивонин первый раз на таком мероприятии. В начале своей трудовой деятельности он был комсомольским работником и всегда шагал в ногу с молодежью. Его задачей в лагере стало не просто рассказать штормовцам о проблемах и работе законодательного собрания, пригласить к сотрудничеству и призвать быть активнее. Алексей Максимович ждал большего. Новых идей, новых планов послушать молодежь, над чем они работают, над чем живут. Это наши студенты, это наше будущее, поэтому от них много зависит в нашей жизни. Перед штормовцами выступили представители молодежных структур, когда-то такие же юные. Гафур Джалилов рассказал о работе молодежного правительства изнутри. Одна из главных целей этой структуры – привлечение молодых кадров и продвижение талантливой молодежи. Михаил Подлевских и Мария Загоскина о работе организации, которая выступает выразителем идей и взглядов молодого поколения – молодежном парламенте. Общение прошло в форме диалога. В сфере молодежной политики свои проблемы, которые требуют решения. Для Алексея Ивонина важно было найти общие точки соприкосновения с молодежью. Нужно стремиться нам всем, стремиться сделать лучше для молодежи, поэтому и тогда молодежь, наверное, откликнется и более, может быть, будет лучше доверять нам. Возможно, именно здесь из штормовцев зародятся будущие работники органов власти. Те ребята, которые не захотят уезжать, а останутся, чтобы работать на благо области. Это уникальная площадка, тренинговая, образовательная, именно стартовая. И поэтому здесь они могут приобрести уникальный опыт. Главное – услышать, узнать, где они могут получить информацию, где развиваться, куда дальше идти. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.